Всем подписчикам еще раз салам алейкум. Телеграм тоже до этого, как я высказался, тоже блокировал. Не блокировал смс, а просто взял, тупо удалял смс. Причину нашли. Спасибо всем. Ну, подсказали мне. Там нельзя, оказывается, выставлять номера и счета, банковские счета. То есть я восстановил Телеграм. Вы сейчас обратно пишите в Телеграм. Очень много смс приходит. Опять же, 1 апреля я запускаю марафон. Последние 20 дней остались, в течение 20 дней я вам скину 6-8 килограмм. Еще раз говорю, план питания будет. Кто реально хочет, кто реально прям хочет скинуть пару килограммов, пожалуйста, записывайтесь, регистрацию я номер опять сейчас выложу, по этому номеру в Телеграм пишите, все пишите, все страны, все города, в общем, готовьтесь, мотивация будет на 100%. Кто держит пост, не переживайте. После ифтара мы начинаем где-то через час, через два. Айз дослар, салам алейкум. Сіз де гейдеттен кече білесіз. Апрелін бірі марафон старт вереджем. Соны 20 günümüz қалып. Демәлі, қиымет çok насибді. Çok насиб бір қиымет әлемішем. Хәмін марафонда 6-8 кило яқын чекіс алачам сізе. Ев шарайтында олачақ. Оружу тұтанлара да айтты. Нара томин. Ифтардан сонра где-то 9-10-да мен старт вереджем оны. Bizim hanımlarımızla koşulabilir, beylerimizle çekini salmak isteyen, doğrudan eziyet çekenler veya formaya düşme isteyenler tabii ki bu şeyden faydalanır, marafondan. Bir günden biri olacak, 30 gün, 30 günü 6-8 kilo arası tabii ki yeme programını yazacağım. Şimdi Telegram'ı giydireceğim çünkü WhatsApp'ı blokelediler. Çok SMS'le, hepsiz çok SMS gelirdi. Telegram'ı da blokelediler ama bu Telegram problemi taptık, sağ olsun kömeylediler. O yüzden Telegram numarasını giydiririm. Hemen numaradan giydiyatın keçin, koşulun sizde. Takansa. Ну, опять же, те, кто держит пост, для вас тоже не проблема подключиться после ифтара. Будет тренировка где-то 9-10, 45 минут, час будет длиться тренировка, -6-8 кило я скину. Опять же, для вас тоже план питания будет. В общем, так, продолжаем, подключаемся, номер выставляю, наверху этот номер, по этому номеру регистрацию проходите. В общем, жду вас до конца. Дорогие подписчики, салам алейкум еще раз. Начнем сразу. Хватит есть сладкое, хватит есть хлеб, мучное и так далее. То есть набирать лишнее. Давайте уже скинем это. Я запустил марафон 1 апреля. 1 апреля я начинаю. Эту колоссальную энергию, мотивацию я вам дам. Скинем 6-8 килограмм. Ранее было видео, там был номер указан, бизнес-аккаунт WhatsApp. Его заблокировали. Очень много смс было. Кто смог пройти, они сейчас у меня в Инстаграме, в закрытом аккаунте, ждут 1 апреля. Те, кто не смог, прошу вас написать снова. Сейчас будет обычный номер, не бизнес-аккаунт, а просто обычный WhatsApp. По этому номеру сразу поставьте, ну, напишите и пройдите регистрацию. В общем, начинаем, готовимся. Кто держит пост, не переживайте. Ифтар откройте, после ифтара будет тренировка, где-то 9-10 часов мы будем начинать. В общем, жду вас. Подключайтесь, давайте скинем это, я вам помогу в этом до конца. Дорогие подписчики, по техническим причинам номер указан в Инстаграме 050-530-40-40. Бизнес-аккаунт заблокировали, потому что много смс пришло разом. Сейчас блок сделали, но я поставил другой номер. По этому номеру насчет марафона обращайтесь, все условия там вам все скажут. Сейчас перешли на обычный WhatsApp, то есть не бизнес. Не знаю почему, но бизнес заблокировали сразу. Очень много смс пришло разом, наверное, из-за этого. Сейчас номер поставлю, по этому номеру обычный WhatsApp. Ну что, подключаемся. 1 апреля старт. У нас ровно 20 дней. За 20 дней вы должны подключиться. И уже в прямом эфире будет наш марафон. Я буду вести эту программу. За 30 дней 6-8 килограмм я даю гарантию.